Точкой старта первенства России стала трасса возле хутора Куматырь. Перед заездом проверка техники, жеребьевка команд. 107 ребят более чем из двух десятков регионов получают последние инструктажи о правилах поведения на трассе во время заезда. Групповая горная гонка – это сложнейшее испытание. Велосипедистам придется преодолеть почти 80 километров. Сборная Краснодарского края также в числе участников. По крайней мере, цель у нас такая – где-то в двадцаточке заехать, это я имею в виду Краснодарский край, ну и доехать гонку. Гонка очень сложная, гонка. По опыту прошлых лет, это тут процентов 40 доезжает, а то бывает и 30-35% всего доезжает, потому что гонка тяжелая, тем более по такой погоде, гонщики просто не выдерживают. В числе фаворитов – команда из Санкт-Петербурга. Несмотря на юный возраст, ребята – настоящие профессионалы, которые уже в этом спортивном сезоне показали отличные результаты. Но перед этим испытанием тренер команды от прогнозов воздерживается. Время покажет, кто сильнее, кто проворнее, кто умнее. Здесь много факторов, которые, ну и на чьей стороне удача будет. Все приготовления завершены, и вот он, долгожданный старт. От Куматыря маршрут гонки продолжится в станицу Натухаевскую. Там велосипедисты разворачиваются и едут до станицы Гастагаевская и разворачиваются вновь. Итак, три круга. На маршруте расположена контрольная точка. Если спортсмен отстает от общей группы более чем на 3 минуты, его снимают с соревнований. Уже после первого проезда контрольной точки выбывает сразу 8 участников. После болезни болел долго и потом выписали из больницы, приехал на сборы, ну и результата нету, потому что не тренировался. Расстроился, да, но тренироваться надо больше. После повторного прохождения контрольной точки с дистанции сходят еще около 25 человек. Количество участников резко сокращается. Организаторы соревнований отмечают, велоспортом заниматься с каждым годом становится сложнее. В больших городах трассы перегружены транспортом, а в Анапе для этого есть все возможности. Большую помощь в проведении таких мероприятий оказывает администрация города-курорта. Помогает и местный спорткомитет, и администрация, есть распоряжение главы, есть большая помощь от комитета по физической культуре и спорту. Так что, в принципе, ГАИ у нас, ГАИ помогает, скорая помогает, в общем-то, безопасность обеспечивают. Ну, так как мы составляли план проведения безопасности дорожного движения, все пункты были соблюдены. Все. Для нас самое главное, как мне как судья, это безопасность проведения этих соревнований. По итогам соревнований на первом месте Вячеслав Полозов из Санкт-Петербурга. На втором, также житель Санкт-Петербурга, Влас Шишкин. Замкнул тройку лидеров Юрий Бутрехин из Кемеровской области.